Залы отражений. Почему у меня надпись по центру? Я так и не понял. Не, я не думаю, что тут ДПС не хватит. Я уже вижу ретри какой-то заряженный 5,5. Мах непонятно. Магия 6,4 хули пал. Маг 5 кота не хватит спокойно. Вы что, ребят, с ума сошли? Чтоб здесь ДПС не хватило. Я не знаю, что должно быть, чтобы здесь не хватало. Сейчас посмотрим, куда люди встанут, кстати. Ну, я всем касочки бы раздал, а тут человек уже сам все пораздавал, да? Ну ладно. Тогда кресты пораздаем им. Не знаю, протобаф какой-то. Дальше сами. Я, короче, запускаю босса. Такс. Запускаем. Госпожа, кажется, слышу поступ, что вы можете сделать что-нибудь с этим мечом? А какой запускать? Какой запускать? Верхний или нижний? А ну-ка, ты можешь сделать что-нибудь с этим мечом? Либо госпожа, кажется, слышу поступ. Я не помню, который из них. По-моему, второй все-таки. Типа, хорошо. Надеюсь, я правильно запустил. Надеюсь. Мы кастомову за это поверим на слово. Так, музычку, кстати, давайте. Звуки врубим себе. Дальше слушать звуки немного. Господи, как громко. Второй это, по-моему, побыстрее будет, чем первый, потому что там полгода сейчас вот это начнется, суета непонятная. Хочешь поговорить с мертвыми? С мертвыми поговорить, да? Нет, ничего проще, прям еще проще что-то есть, да? Все, ушла. Уже забанили, просто зашел. Хочу последить инсты, которые давно не заносил. Жди меня, сейчас будешь подыхать. Не понял сути, что ты написала, Vortex, ну ладно. Как бы удачи тебе в этом деле. Ага, все-таки правильно запустил, потому что он бы запускался намного явно дольше. Ой, а что с боссом? Подожди, а почему он сюда идет? Я не понял. Марвин. Или он так и должен идти, я чуть не помню. Так, давай так заберем его на себя. А он не будет сюда идти, нет? По идее, мы можем его просто стаунтить и зайти за стенку, не? Что люди очень странно это делают. По идее, я просто захожу за стенку и палюсь, не? Что очень странно. Джулис, как обычно, зашел на это. На недолго и уж и вышел, да? Боешки, кстати, можно нидать так-то. Но у меня места нет в инвентаре. Чтобы их забирать на себя. А моб вообще сюда идет? Нет, я чуть не понял. А ну сюда давай. Падла на мобе. Подлина-то. Один там с утром поговорит. Первое. Утро еще вспомнится, ничего себе. Но я уже давно этот инст заносил, если честно. Я же его не фармлю все-таки на этом, правильно? На вашем любимом проекте. Некуда класть. Ну, значит, придется там по почте России как-нибудь. Когда-нибудь, наверное. Тут волны, в общем, надо заносить. 5 волн заносите. И на 5-й волне будет босс. Выйдет. И так еще 5 волн. И еще через 5 волн появится следующий босс. По итогу как-то так это заносится. А потом 3-й босс вроде бы. Мини-босс идет. И уже нормальный 3-й босс пойдет после мини-босса. Но это мы уже увидим. Тут же вроде бы 3 босса всего. И один миник довольно опасный. На котором, кстати, мини-босс очень опасный сам по себе. Его сложно пройти, если у вас гир слабый. Он реально сложноватый. Этот мини-босс. А ну-ка. Давай сюда. А, ну-ну-ну. Духи какие-то. На, сюда моба. Давай, пошли. У меня вроде бы есть этот. Как он называется? Я вроде бы подхожу за стенку, он все равно стреляет кому, по кому хочет. Непонятно, в общем-то. Ничего. Захотел, пострелял на охотнике своем. Не захотел, не пострелял. Непонятно. Нань. И сейчас, по идее, миник должен быть. По идее, вот этот Марвин. А потом мы все дружно пойдем в ту сторону. А. Фалрик первый, а не Марвин. А почему мы тогда сюда идем? Я так понимаю, логика в том, чтобы он сам сюда добежал бы. То есть мы здесь находимся именно слева, потому что он сам к нам просто прибежит, и нам не придется бежать аж туда потом. К этому боссу.
Хотя, где бы мы ни встали, на самом деле, все равно бы к нам побежал босс. И что, она моментально запустится или надо подождать? Я вот это не помню. Тогда в таком случае надо идти направо сначала, а потом налево, а не... Как мы встали налево сразу. Чтобы босса сразу пулить. Странно, это очень странно. На себе молотком гнева. Мини-босса один вроде запускал копии, потом другие подходили. Ну, что-то там с копиями, да, было связанное. Ну вот, и следующим запустится этот, Марвин. И времени полным-полно еще до запуска. Так надо было пойти сначала направо, а потом уже налево. По логике. Ну тут все ходят налево. Якобы раз они так запускаются. Несколько минут надо подождать, пока трэш снова будет нападать. Несколько минут, значит, подождать. Ну окей, окей. А зачем это вообще сценка в несколько минут АФК? Хотя бы дали там, не знаю, таймер, поставили, не знаю, часики вот так вот по центру экрана. Тик-так, тик-так, сколько времени есть подождать. Ну ладно, это понятно, для чего это сделано, чтобы люди отпились. Ману отпили все это дело. И можно было заново начинать. Ну, продолжать, так сказать. Ну-ка, если сюда нажму, оно продолжится или нет? На что я нажал? Ладно. Я не понял, на что я нажал. Оно было то кабельное, ничего не знаю. Мне дает возможность игра нажать, я нажимаю. А что она сделает, вот это вот нажатие, это уже по барабану. Это уже дело десятое, что она сделала. Нет, я не помню уже. Что, зачем и почему. Прям какая-то почемучка. Это начать кат-сцену? Да, получается у меня сейчас сцена начнется, да? Кат-сцены всякие. Вообще, пускай забирает весь лут себе. Я все равно на этот лут здесь не собираюсь на этом персонаже играть. Так что ладно. Он пускай на маге лучше того мамак пылесосит, реально. Пускай занимается этим делом. Оп. А, я бабл нажал, господи. У меня на букву R оказывается не Freedom, а бабл. Я чуть пол пати не сбрил за этого. Тьфу ты, блин. Не, сцена уже была, Джайна уже ушла. А. Ту именно сценочка, я понял. Ну ладно. Тут музычка какая-то играет. Ладно, потише все равно сделаю, хоть и музычка была. Какая-то интересная. Оп, лужицу проспамим немного. Ай, хорошо, как приятненько, а. А, ну по плесту играет или по кому именно? Что-то я немного не понял. А, ну сюда иди. Падла. Где, кстати, здесь Freedom? Я вот это не могу понять. На какой панели? А, здесь моб по всем бегает. Тьфу ты, блин. Freedom не вижу на панели. Не понимаю, где он. Не, ну зеленки, кстати, тут миллион дропает. Прошу заметить, фиолетки, зеленки, прям куча хлама дропает. На самом деле приятный бонус такой был бы, когда вы играете. Куча хлама увидеть непонятного. Из трэша. Оп. Сюда лут. Как дела? Вортекс. Первое это сообщение, я сейчас скилять буду кого-то. Второе сообщение, как дела? Можешь немного логику свою объяснить мне сообщение, потому что я пока ее не понял. Но понять было бы интересно, как минимум. А, ну. Я. Протопал, конечно, да, машина та еще. Протопалы машины те еще. Сколько мы в этом системе? Ну, 10? Паладин. А, норм трэш. Бить. Смещение. Видишь? У меня в талантах другую печать. Вкачанную. Это первый человек, который докопался до моих талантов. Кстати, за инсты. До моего скилла. То есть раз три инста, может кто-то докопаться. Что у тебя не так? Интересно, интересно. Нет, таланты не я ставил. Я вообще без понятия по талантам. Что-то наставлено. Я хотел сам повиновение нажать, но его тут нету.
Здрасте, Сируса уже не будет, Рэнси, но Сирус утром был как минимум. Чуть повиновение. Как мне ее нажать? А ну-ка. Предлагают. Сейчас поменяй таланты, сейчас скажут. Не себе? А, ну это окей. Это Ретрику, видимо. Этому Ретрику. Тут помимо тебя еще. Еще есть Пала. Ну это уже к нему, как говорится, вопрос, что он не с той печатью бегает. У него и пояс на танка, как бы. Хотя все остальное у него более-менее нормально. Это что-то странно. То, что он с печатью не той бегает. Вот этот моб, он призывает клонов. Его надо очень быстро залить. Можно даже Геру нажать, если у вас мало ДПСа. Потому что клоны очень много дамажить будут. Если клоны появляются, то все, это может быть вайп даже. Ну, по крайней мере, так на Сирусе было. Вообще, протопал обычно в танк, так что советую вкачать ее. Ладно, уже это уже бессмысленная информация. Дальше ему что-то писать. Кто будет, кто где здесь не будет, так что ладно. Вот этого моба желательно залить как можно быстрее. Хотя я бы, кстати, его особо не заливал бы слишком быстро, я бы пофакашил бы немного. Для того, чтобы мобы вызвались. Вот мобы, кстати, интересно, много ли они бьют или мало. Эти мобы. А, по 700 урона всего лишь, ребят. А они, знаете... А, подожди, они и там дамажили тоже на Сирусе по 700 урона вроде бы. Немного. Больше всего выносит тарелка ХП урона всякого. И способность этих мобов. Смотрю, они способности никакие особо не кастуют, да? То есть, например, у паладина тарелка есть. У скелетика тарелка вроде выносит пол лица. Вот здесь вот на этом трэше. Пол лица сносит прям. Ледяное острие, да. Тут мало урона, короче, прилетает. Поэтому люди выживают. Вот теперь вопрос, кто прав, Сирус или Циркуль в этом плане? Что с цифрами? Почему на Сирусе этот моб, он чуть ли не убивает, по сути, за секунду, когда вызывается трэш? О, квестики выполняем, нормально. Заставил встать меня с кровати, включить ПК, зайти на мой любимый сер Киркл. Здорово, Миша. Это тот Миша, который давно здесь сюда заходил, что ли? Давно не виделись. Год доту задолбал. Лянь, дотеры остались вот еще. Ждут и ждут. Вот дотеры, а. А собирались тут одни дотеры. Смысл играть тебе? Смысл? Я тут, значит, это, контент показываю. Контент, который вы на Сирусе, не, ну, должны будете когда-нибудь увидеть, а может быть и не увидите никогда. Как минимум Ич. Я показал вам, как он хоть работает. Вы знали, как Ич работает? Или помнили вообще об этом? Я вот не помнил, честно. Я уже и забыл, что там на коня надо какого-то садиться. На коня сесть, копье взять. Вот это трэш заливать чемпионов. Так что я лично забыл про этот полностью уже. Оп, кстати. Нормально, работаем. Теперь ты полезный, ляньте. Там паладина заставили красную печать рубить. Ай, молодцы. Ай, красавчики. Промолчу. Зачем промолчать? Он не поймет, зачем это печать, гении. Если хотят помочь, помогайте. Не задавай глупых вопросов. Как же люди друг друга любят? РЛ гайдом. Гайдом должно мщение. Короче, РЛ ему сказал по гайду мщение, и все. И не парит мозг ему. Говорит, все, мщение, братан, и не ставь другие печати, пожалуйста. Это я понял, короче. Ну давайте проще ему объясним. Красная для трэша. Угу. Вру-пу-пу-рум. Угу. И вот там РЛы какие-то научили какие-то печати ставить желтые. И все. Но я желтую использую, потому что мне нету красной печати. Еще я помню, как работает Ич. Я там, наверное, 1005 трайв сделал.
Вот, кто-то даже помнит это. А я вот не помню, потому что я сделал эти трай 10 лет назад и забил на них. И забыл. Чиспорчик кап мастерства добивает, не шарите, боже. Кап мастерства? Тебе на этот кап мастерства по барабану, когда ты фармишь трэш. Вообще пофигу. У тебя, ну, сколько там атак? Одна, две промахнется из 100. Из-за недокапа. И то ты добиваешь мастерство для босса 83 уровня, или какого он там находится. А не 80-го трэша. Для 80-го трэша меньше кап нужен. Там шанс промахнуться очень маленький, если он вообще есть. Я проценты не считал. Но процент там очень маленький явно будет. Потому что босс 83-й, а трэш 80-й. Не, ну знаешь, типа, я же не знаю, кто ты. Боже. Первый раз ник этот вижу. Что мне пишет. Я же он, видишь, люди некоторые не знают, как механики работают. Я Миша. Миша. А, похилю ЦЛК. Понял тебя. Короче, по вызову, мальчик. Понял, принял тебя. И что, ты тут типа на циркуле, что ли, сидишь, играешь? Тот самый Миша, я понял тебя. Который еще в бане не один раз тут побыл. На этом канале. Не помню, что ты тут писал, правда. Зашел на Circle, все, сразу появился здесь. И что, ты часто тут появляешься на моем канале? Или как? А ты смотри, подрубил Circle сразу, пожалуйста. Ребята уже здесь, лянь, позаходили. Позаходили, дали о себе знать, что они вообще живы еще, люди такие, существуют. Они где-то под этим... закончились. Не где-то заблеванные в падике, а все-таки здесь. Понял. Увидел знакомый сервак, решил зайти, еще не так. Я помню, как работает тысяч, там, наверное, 1005 трая. Привет, что это у нас? Здоровье, Таля. Это у нас залы отражений. Мы еще ищ, кстати, заносили. Так-то. Ради интереса чисто посмотреть еще, да как работает. Так что у нас тут нормально, все по кайфу. Кстати, этот трэш желательно не этот. Желательно этот трэш в рейд не отводить. А не, хватит ДПСа, хватит, вы что, с ума сошли? Сейчас я еще крылья тоже нажму, быстрее будет намного. Давай быстрее этот заносить, вот этот. Этих боссов. Кстати, дамажит всего по 4000, то редко. По сути, он дамажить должен намного чаще. Гоу руки в паладину закинем. Кайфом. Захилим у парня. По дефолту ничего не пишешь. Ну да, смысл писать чат. Я-то ту новость услышал, ты голду продаешь. Ты кто, Егор? Первый раз свой никнейм вижу. Такс. Ну-ка. Не твинк. Ну ладно, фиг с вами. Непонятно. 19-й год создания аккаунта. А что, здесь сразу появляется мостик? Или надо подождать время? Лянь. Эй. Все, хорошо, господи. Мостик со временем появляется здесь. Ну и сундучок надо открыть. По кайфу. Простите. Начинается. Все занесли. Ну я ничего забирать тут не буду. Инвентарь в убитый, в хламину. Какие-то боешки еще непонятные в инвентаре. В общем, это уже дела стила. Вот такой вот инс, ребят. Который вы будете на Сирусе потом заносить еще куча раз.